Всем привет. Волею случая у меня в руках оказался бюджетный спиннинг от достаточно известной компании Lucky John, популярного рыболовного бренда, в первую очередь благодаря качественным бюджетным силиконовым приманкам. Серия удилищ Progress Micro Jig, как понятно из названия, ориентирована в первую очередь под нужды любителей джиговой ловли, а цифра 7 в названии означает верхний заявленный производителем тест по использованным приманкам. Сама серия Progress насчитывает более чем 20 спиннингов различной длины и предназначения. Для микроджига производитель выпустил 3 модели с тестом до 7 грамм, но разной длины 198, 212 и 232 сантиметра. В данном видео рассмотрим работу среднего из этой троицы. Модель в 212 росте имеет вес 102 грамма, тест по использованным приманкам от 2 до 7 грамм, рукоять классическая разнесенка из материала EVA. Спиннинг оснащен противозахлестными кольцами со вставками SIG. Чехол, идущий в комплекте со спиннингом, дешевый, из тонкой ткани. Единственным плюсом его является наличие разделительных секций для транспортировки спиннинга. Но вправе ли мы требовать больше от удилища в ценовом диапазоне до 3000 рублей? Я думаю, вряд ли. Катушка-держатель очень удобен. Ладонь комфортно ложится на него, исключая контакт с винтовой резьбой и гайкой. Хук-кипер расположен сбоку, так что ничто не помешает любителям положить указательный палец на бланк выше форгриппа. Сам спиннинг с вклеенной вершинкой имеет быстрый строй. Вершинка позволяет визуально отслеживать падение приманки на дно, начиная с 2 грамм, даже в небольшой ветер. Комфорт в тактильной чувствительности начинается уже с 4, а в идеальных условиях даже с 3 грамм.
Бланк у спиннинга достаточно звонкий на поклевке, что хочется заметить. Небольшие прикосновения, пощипывания кушков, все передается четко в руку. Забрасывая объемные приманки в 1,5-2 грамма весом, в совокупности с 6 граммами дискомфорта не обнаруживается. Монтаж улетает далеко и точно. Перегруза никакого не ощущается. Ни одного не видать. Вот. О! И что ты напускаешь, он такой вкусный. Вот это красота. Все, он же не засядка? Вот и вот. Это жадность. Рай разгубила. Большие веса попробовать еще не довелось, как и посмотреть спиннинг в работе с воблерами и блеснами. Из недостатков можно выделить следующее. На том спиннинге, который оказался у меня в руках, на некоторых кольцах нанесено слишком много лака, особенно в районе вклейки. Ну и гайка-катушка-держатель во время рыбалки понемногу откручивается, но не критично. Пока это основные минусы, которые удалось заметить.